памятные монеты и купюры в обмен на мелочь. Акцию по приему денег низких номиналов объявило региональное отделение Банка России. Все желающие могут обменять содержимое своих копилок на ходовые и юбилейные банкноты. В акции участвуют подразделения 4 банков. Адреса можно уточнить по номеру 49 79 30. По статистике Банка России в денежном обороте находится свыше 68 миллиардов штук монеты или 465 штук на одного жителя. Мы предлагаем гражданам провести инвентаризацию в своих домах, гаражах, достать монету из копилок и принести ее в кассы банков, тем самым сделав определенный пассивный вклад в регулирование налично-денежного обращения по Тюменской области. Отмечу, в прошлом году тюменцы сдали финансовой организации почти 840 тысяч монет. Больше половины из них номиналом от 1 до 50 копеек.